Данный закон предусматривает расширение полномочий примару. И это неизбежно повлечет за собой расширение полномочий примара по всей стране и уменьшение полномочий местных советов и Кишиневского муниципального совета, что является шагом назад в плане развития демократии. Несмотря на то, что сегодня и фракция партии коммунистов, и фракция партии социалистов, и фракция либерально-демократической партии, и независимые депутаты, вышедшие из фракции либерально-демократической партии, высказались против включения данного законопроекта в повестку дня, фракция либералов настаивает. Мы считаем, что либералы сегодня просто-напросто выкручивают руки парламентскому большинству, очевидно, пугая их тем, что они не поддержат закон о бюджетной политике и закон о бюджете Республики Молдова, для того, чтобы дать возможность и дальше генеральному примару муниципия Кишинев заниматься незаконными постройками, заниматься всеми теми беспорядками, которыми так недовольны жители муниципия Кишинев в последние несколько лет.